Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему Римас, мы продолжаем прохождение Rome 2 Total War за спартанцев. Ну что ж, мы забрали в предыдущей серии Фивы, как вы помните, мы ухудшили свои отношения со всеми фракциями, я имею в виду греческими фракциями, включая наших, с нашими союзниками. В общем, игра, конечно, уже становится скучноватой, но я думаю, в будущем будет веселее. Трагедии, давайте изучим с вами. Общественный порядок плюс 3 все провинции и доход от развлечений. Плюс 20% все регионы. Мы замечаем, тут союзные соединения, да, здесь находятся. Куда-то направляются. Давайте мы с вами все-таки заберем. Заберем это последнее. Опунт называется. Там, кстати, есть мятежная армия. Интересно. Забираем. Быстренько разыграем автобой. Ну, тут понятно, да, ребят, что тут делать. Автобой, обычный режим. И убиваем. Добиваем. Нам тут же надо решить все проблемы с мятежниками. Империи у нас, видите, уже нет предела нашей власти. Теперь вы можете содержать больше войск, флотов и агентов. А также издавать больше эдиктов. Прекрасно. Отлично. Ждем тогда один ход и можно, в принципе. Так, у нас тут две казармы. Можно дело это разрушить. 7638 золотых монет у нас на балансе. Правда, с общественным порядком все плохо. Я думаю, здесь нам стоит построить либо храм вместо казармы, либо еще что-нибудь такое здание, которое позволит нам повысить нам наш общественный порядок. С этой стороны, возможно, Родус попытается обойти и забрать город Фивы. Поэтому мы с вами подтянем своих агентов сюда. Ну, на всякий случай, да, вдруг вражеские... Опа! А нет, подождите, они здесь... Афины смогут здесь высадиться, да? Так, все же давайте вот сюда своего агента выставим. А то, слушай, если Афины высадятся, мы их отравим и уже добьем своей армии. Или как-то так. Сдаем ход. Сегодня у нас суббота. Я думаю, у многих выходные. Ага, видите, вражеский агент тут появляется и пытается... Вернее, скорее всего, ему удалось. Да-да, видите, Афины уже высадились. Только я не понял, куда они направляются. Нам следует за ними присмотреть. Ибо ребята, по всей видимости, настроены агрессивно. Так. Союзные войска предлагают нам вступить и помочь им. Ну, давайте режим защиты. Добиваем. Отлично. Каримф тоже не бездействует. Забираем в рабство рабов. Как говорится, пополним свою казну. Македония. Перцы куда-то направляются. Началось вторжение. Как я и говорил, Афины. Да. Они высаживаются. Политическое событие. Покушение на убийство. Им не удалось его убить, но он был ранен, пытаясь скрыться от нападавших. Политические интриги, друзья. Без этого никак. Я думаю, устлем... Ага, боевой дух отрядов. Что-то вот мне не нравится этот чувак. А здесь боевой дух плюс 10. Берем. Повышение ранга. Так, налоговую ставку прокачиваем. И да, давайте отравим эту вражескую армию. Отравление пищи. Ой, как это прекрасно выглядит, а? Берем второго агента. Тоже так же травим. Скорее всего, у нас не получится. А нет, получилось, прекрасно. Ну все, им, конечно, конец уже походу. Вот только вот Родус тут остается. И нам неизвестно. Нам неизвестно, куда они направляются. Элида замечена тут. Так, ну что ж, что касаемо... Да, давайте священную землю построим лучше. Минус 39 у нас
за один ход. Это общественный порядок. Так, ну что ж, Биотийский союз. Я думаю, уже пора наших агентов подтянуть вот сюда. Чуть-чуть южнее. К нашей маленькой империи. Спарте. Ибо здесь у нас начинается вторжение. Мы потихонечку копим, как говорится, себе золотые монеты. Так, пища плюс минус 1, общий порядок плюс 2, рост заход 5. Доход от всех источников плюс 8%, а тут плюс 6, да? Ну давайте построим полис. Давайте вот это тоже дело построим. Можем, в принципе, один храм не строить, а вот здесь вот копии построим с вами, да? А, либо хозяйственные постройки. Давай, да, да, хозяйственные постройки. У нас скоро с пищей будет проблема. Хотя у нас сейчас плюс 20, но мы строим очень много всяких провинций, где нам... Где будет потребляться много пищи, да? Так, ну мы повышаем ранг. Ранг всех новобранцев. Тут у нас урон отрядов ближнего боя, урон отрядов стрелковых оружием. Харизма, боевой дух отрядов врага минус 5%. Стратег, хитрость. Боезапас всех отрядов. Рвение. Авторитет. Боевой дух. Давайте ему хитрость прокачаем. Может быть, потом ночные бои. После уже можем сделать. Что у нас тут на севере? Македония. Македония потихонечку. Ну, вроде бы она берет реванш потихонечку. Да. Акийский союз. Акийский союз с нами в ужасных отношениях. К сожалению. Зато и Лида, и Каримф, мы с ними чуть ли не в засос целуемся. А с остальными у нас очень плохие отношения. Прикольно. Провинция Мизия. Регион Илион. Илион, может быть, так ударение. Илионский союз, да. Война. А мы с ними воюем. Вася? Внимательно слушаю. Говори. Хорошо и складно. Чувак, конечно, серьезно настроен. Ну и хрен с ним, мы как-нибудь до него доберемся. Ну, после того, как мы разберемся со всеми греками, ибо они как-то непонятные. Ребятишки, скорее всего, они уже к нам будут относиться более презренно, как, чем это было ранее. Так, афинский агент куда-то направляется, он пытается переманить нашу красавицу, которая делает здесь коррупцию. И, походу, он ее задержал. Или даже... хуже, соблазнил и переманил. Сейчас посмотрим. Если у него это не получилось, то все, мы его сейчас попробуем сами переманить. Элита куда-то продвигается в сторону Афин. И они, я думаю, я надеюсь, что они не будут осаждать Афины, так как Афины мы собираемся с вами взять. Понимаю, что там будут отношения ухудшены со всеми нашими союзниками и так далее. Но меня когда по барабану. У нас есть много бабла. Правда, у нас есть только одна нормальная, достойная армия. Теперь он наш агент раскрыт. Так, понятно. Агент задержан, да. Задержали эту красавицу. Ну ладно. Поддерживаем игры. Строительство. Особенность персонажа. Прекрасно. Кстати, у нас уже зима. У нас, друзья мои, зима. Так, тут у нас Каримф. Тут... Да вроде бы все нормально. А давайте мы его переманим. Манипуляция. 20%, искушение 20%, там 16%, да? Задержан вражеский агент. Родос. Куда-то они прям в Каримф. Ну пус направляется. Пус забирает Каримф. Мы потом его захватим. О, искушение, 36%. К сожалению, мы дважды задержали вражеского агента, но нам не удалось его переманить. Это, конечно, не есть хорошо.
Продолжаем подтягивать своих агентов дополнительных на наши южные земли. И... да вроде все. Так. Слушайте, а вот здесь вот... пора нам по ходу дела... Так, здесь у нас пища минус 6 будет. 5. Ну что ж, давайте тогда потихонечку будем набирать новые войска. Гиппеи, вернее. 5 отрядов гиппеев наймем с вами, а потом дальше спартанцев. И да, я понимаю, что у нас зима, доходы уменьшились в 2, даже в 3 раза. Ну, ничего страшного. Коррупция. Вот нам бы это тоже забрать. Кстати, у них здесь жесткий, мощный флот находится. Это, конечно, не есть хорошо. Афины. Забрав их столицу, мы ослабим их экономическую составляющую, да. Ну и, конечно же, рентабельность нашей экономики, наоборот, повысится. Ну, не нужно забывать о том, что у нас ухудшится отношения. Будет продолжаться, да? Из-за того, что мы занимаемся такой агрессивной экспансионской политикой, ребятишки будут на нас злиться, как я говорил уже в начале нашей серии. Шантаж. Минус 3400. Золотых монет у нас 1398. Успешные игры. Прекрасно. Отлично. Так, мы здесь воссоединили свои земли. Можно, в принципе, уже оставить это дело. Хотя... о, через одиход у нас будет обширность плюс 8. Прекрасно. Враги круга. Я думаю, они уже готовы к... так, отправляем тогда их сюда. Так. Отправляем своего агента сюда. Ну и продолжаем. Продолжаем пытаться манипулировать вражеского агента. Он задержан. Так, она работает здесь. Манипуляция. 40% принуждения. Манипуляция не удалась. Блин. Как это так? Как это так? Давайте мы ее отправим сюда. Дело касается тут управления, да? В следующем ходу мы этим займемся. Последняя попытка, кстати, вот эта красавица. Нет, не сможем. Не сможем, к сожалению, не сможем это сделать. Так, здесь идет Родус. Пытается. Давайте их отравим. Не, отравить их не получится. Тогда переходим. Сдаем ход. Самое главное, чтобы сделать так, чтобы зима прошла нормально, весной мы уже будем делать наступление. Ибо зимой у нас много расходов, холода, в общем, морозы, все дела. Эти факты все влияют на экономику, на боевой дух наших бойцов, ну и на все. Тем более Афины, у нас там стены. Хотя там пустой город, никого нет, в принципе, можно и пожертвовать. Ну, как говорится, наши бойцы тоже хороши. Просто так я их терять не собираюсь. Оу. Объявлена война. Кидони объявляет там войну. Интересные ребятишки такие, прям жесткие. Они даже прям, не знаю, как сказать-то их назвать. Эпир, элита, Каримф, Биотийский союз присоединяется к нам против их. А, ну хорошо, посмотрим, будем их ждать. Повышение ранга. Аги-силай. Повышает свой ранг. Наш ранг раскрыт. Политическое событие. Опять покушение на убийство, друзья. Это уже без шуток. Это просто жесть. Это просто жесть. У нас назначение. Давайте вот этого назначим. Так, Каримф осаждают.
Травим. А не-не-не, пусть забирает Каримф. Пусть они забирают их. Это вот такой вот... Не знаю, может быть, это некрасиво выглядит, но... Как говорится... Так, у нас здесь Элида. Диоген находится. Блин, нам, конечно, не стоит сейчас тратить деньги. А вот отравление колодца мы, наверное, с вами займемся. Отлично. И она у нас повышает свой ранг. Так, массовое отравление. Конечно, 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 массовое отравление. Только массовое отравление. Пытаемся переманить этого чувака. Продолжаем пытаться. Агент вражеский переметнулся. Прекрасно. Теперь он наш, друзья мои. У нас теперь очень много агентов. Продолжаем изучать массовое отравление. Так, здесь у нас Родус. Здесь у нас заговорщики. Где они, кстати, ребятишки эти? Сейчас, скорее всего, флот просто высадится к нам, к нашим берегам. И эти ребята у нас в опасности. Нам нужно с ними что-то делать. Либо нанимать нормальную армию, либо еще что-то. Так, ладно, зима у нас скоро закончится. Многих мы должны повысить. How can I serve you? А, да. Да-да-да, я забыл здесь сделать управление. Прекрасно, теперь оно у нас работает. We hunger for battle. Шанс. Превосходно. 160 золотых монет, 166 вернее. Это просто превосходно. Ну что ж, я думаю, это последний ход, и все уже. Наступит весна, наконец-то. Птички запоют. Травка позеленеет, ну и все дела. Ну и не только травка. Так, Милос куда-то направляется к нашим берегам. Опа, Роду, смотрите, какой огромный стык. Готов принять командование. Да, у нас теперь уже весна. И они как-то нас пытаются обойти. Очень интересные ребятишки. Так, тихо. Отравление пищи. Просто травим всеми способами эту армию, чтобы они просто пожалели, что вот пришли сюда. Охереть. Ну все. Здесь они ничего не сделают. Так что давайте вот лучше вот колодцы засотраем. Заберем Афины и... Качаем массовое отравление. Нет, у нас уже массовое отравление. Агент. Критический шанс. Забираем город Афины. Как это просто круто выглядит, друзья мои. Давайте разыграем битву. Понимаю, что тут уже все понятно. Ну, как говорится, чуть-чуть подбодриться. Ибо на карте кампании, блин, уже я сам засыпаю. Армия в гарнизоне вообще никакая. Мы их жестко траванули, да? Травили в течение двух ходов. Битва Афины. 426 год до нашей эры. Армия в гарнизоне. Афины, ну и, в принципе, гарнизонный флот. А что, музыка нормальная, мне кажется, во втором времени. Ну, первый Рим, это, конечно, первый, это как первобрачная ночь, да, всегда запоминающийся и так далее. Ну, второй Рим тоже нормальный. Ожидаем. О, нормальная погодка такая, светло, все дела там, туда-сюда обратно, всем приятно. Так, основная площадь здесь у нас находится. Угу. Я думаю, будет лучше, если мы зайдем с этой стороны. Хотя здесь будет флот высаживаться, скорее всего, здесь, либо там. Да, 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 отлично, отсюда вот и с вами зайдем. Ребятишки, вперед сюда, лучники. Конница. Так, здесь вышка, да, по нам будет вести огонь. Хороший огонь.
Спартанцы, вперед. Опа. Интересно. Интересно. Конница отправляем сюда. Конница у нас под обстрелом. Конница у нас под обстрелом. Спартанцев отправляем сюда. Огненный выстрел. И стреляем. Стреляем. Просто расстреливаем. Просто расстреливаем. Спартанцев сюда высылаем. Ребята просто жесткие. Ой, как хорошо. Как это хорошо. Сейчас давайте мы их подпалим немного. Интересный бой такой, да? Так, поджигаем, поджигаем. Подпалим их немного. Гоплитов сюда. Так, наши тоже под обстрелом. Лучники, держитесь, держитесь, держитесь. Просто расстреливаем их. Просто надо спалить их корабль, чертовой бабушки. Так, они уже бегут. Так, наши гоплиты. Что-то не получается спалить. Что у нас там происходит? Да пока все чики-поки. Что-то мы его затопить не можем. Так, отступают они. Обстреливаем этих ребят. Что у нас здесь происходит? Отключаем атаку в строю. Все, ребята, держимся, держимся. Так, генерал, отправляем сюда. Гоплиты, давайте, помогайте своим бойцам, братьям. Вот сюда. Спартанцы, отключаем атаку в строю и отправляем их сюда. Так, все, отправляем своих лучников вперед. Многих лучников мы, кстати, потеряли. Это очень-очень нехорошо даже. Это даже очень плохо. Что вот тут у нас происходит? Прекрасно. Отлично. Разобрались мы здесь со всеми ребятишками. Вперед, гоплиты. Забираем. Сюда. Сейчас ворота захватим с вами и будет все чики-поки. Так, стоп, 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 стоп. Что они такие? Жесткие прямо, а? А ну-ка быстренько сюда. Неугомонимые какие-то чуваки. Так, сейчас самое главное захватить эту вышку и все, мы будем просто обстреливать всех и вся. Бегут уже ребята. Ой, как это жестко, прям красиво, а. Так, спартанцы молодцы.
Все, разворачивайтесь и бейте по этим ребятам. Так, мы здесь уже потихонечку их тесним. Нормально. Сейчас захватим скоро их ворота. Их башня у нас. Все, ребят, давайте бегите сюда. Конницу. Перехватываем их. Они пытаются захватить ворота, и мы, походу, не успеем сейчас, да, дойти. Отправляем тогда свой конь сюда. Быстро, 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 быстро. Пока флаг не опустился, дробленый флаг, блин. Так, здесь что у нас получается? Да, враги уже бегут. Давайте вот на этот отряд. Отлично, спартанцы молодцы. Молодцы, так, наша конница прорвалась. Отлично. Сюда, ребят, сюда. Сюда, сейчас просто их разобьем. Так, конница готова, нет? Ну, давайте, ребят, давайте, быстро, живо. Нашего генерала сюда. Гоплитов сюда. И отправляем конницу. На натиск. Прекрасный натиск. Отличный. Они уже бегут. Окружаем их спартанцами. Спешится. Быстро. Захватываем первую площадь. У нас 12 минут. 12 гребаных минут. Здесь нас обстреливают. Так, давайте назад. Отлично. Забираем эту площадь. Быстро. Прекрасно. Быстро, ребят, сюда. Их башня у нас. Так, первую площадь мы забрали. На нашего военачальника напали. Какой позор. Какой позор. Я думаю, наш военачальник выдержит, да? Так, давайте в седло. Быстро. Ну куда вы побежали, мать вашу? Что-то я не понял. Что происходит? Так, вражеский генерал нас перехватывает здесь. Интересно, мы их сможем обойти отсюда, а? Не, не сможем. Отлично, наша конница уже обошла их. Да. Нормально. Убираем конницу сюда. Просто прорываемся. Забираем третью площадь. И все. И будь чики-поки, все. Там еще четвертая позади. Ну, в принципе, три нормально. Это мы берем, друзья мои, Афины. Напомню вам. Это у нас Афины. Все, решительная победа. Решительная, гребаная победа. Отлично. Просто прекрасно. Потери наши, правда, ну, не такие уж прям хороши. 426. Мы забрали Афины, и сейчас посмотрим, насколько же наше отношение ухудшится с нашими союзниками, соседями и так далее. Забираем. Офигеть. К нам только Кариф лояльно относится, Эпир, и все. То есть Элида уже не так уж прям относится, как это было ранее. Минус 356, всего 362, но мы взяли Афины. Спарта потихонечку
просто превращается в огромную империю, которая просто в будущем, если мы доживем, конечно, до этого момента, пойдем к Персии шатать миры. Все, давайте потянем тогда своих агентов сюда. Ну и посмотрим, кого мы сможем здесь повысить. Никого. Угу. Вражеский агент пытается переманить нашего агента. И посмотрим, что там, что тут красавицы сделают. Так, самое главное, как говорится, оборонить наши прибрежные города, так как у Афины, у афинян есть хороший флот, который сможет нас просто захватить. Угу. Да. Элиде не понравилось то, что вот у нас такая экспансионская политика, агрессивная. Агент задержан. Задержали нашего агента, наш тайник раскрыт. Исследование завершено. Прекрасно, трагедия. Мы исследовали с вами новое политическое событие. Получена новая должность. Повышение ранга. Знать. Прокачиваем своих агентов. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь у нас философия, да? Платон. О, философия Платон. Налоговая ставка плюс 4. Доход от обучения культуры плюс 8. Все регионы. Храм Муз позволяет строить. Давайте мы через 5 ходов это дело с вами изучим. Налет делаем. Опа, не получилось. Травим ребят, продолжаем их травить. Прекрасно. Этого, пожалуй, мы с вами манипулируем. Искушение? Ну, давайте попробуем искушение. Отлично, вражеский агент переметнулся. 1793 золотых монет у нас на счету. I am a champion of the gods. Каримф, да, кстати, что касаемо Каримфа, насколько мы с ним ухудшили отношения. Тоже минус 355, общий плюс 92. В общем, пока вроде бы все нормально, но если мы будем продолжать забирать разные столицы и вообще заниматься экспансионской политикой, то ждите, ждите кинжал в спину, друзья мои, ждите кинжал в спину, поэтому нам уже пора заниматься внутренней обороной, а именно нанимать очень много спартанских гоплитов. Пожалуй, я, наверное, здесь отсюда начну. Хотя здесь у нас есть уже нормальные гоплиты, которые смогут удержать. Тем более у нас есть хороший гарнизон. Поэтому я не думаю, что там такая вот опасность у нас будет. А вот здесь вот бойцы нам нужны. Включая лучников. Так, не пращников, а лучников. Да. Отлично. Так. Вроде бы, все нормально. Только вот этих вот забрать осталось, и все. Смотрите, как мы их жестко траванули. Решительная победа, обычный режим. Добиваем просто и забираем их в рабство. Их детей и женщин. Ну, я так чуть пошутил. Обратно возвращаемся в Афины. И у нас сразу же, видите, общий порядок плюс 20. Так, ну здесь перестройка нам следует заняться после уже, наверное, после того, как мы завершим с вами ход, так как у нас нет денег. Ну и на этом давайте с вами завершим эту серию, друзья мои. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если вы из ВКонтакте, присоединяйтесь в нашу группу. А Римас называется вроде бы. Ну, есть такая группа, да. Вроде была. Всем удачи. До скорой встречи. Стоп. Сейчас, минуточку, наушники одену. Один союзник объявил войну другому. Элида. Так, Бедийский союз объявляет войну Элиде. Короче, союзники поссорились. Отклонить. То есть союз будет расторгнут.
либо вступить за фракцию Элида. Эй, мы не знаем, Каримф тоже как поступит. Что-то непонятно, так как Элида к нам уже относится более прохладно, да и Боятиск союз тоже, в общем. Короче, мы расторгаем союзы со всеми, я хрен поймешь, что я сделал, в общем, вот так вот, да, да. Так, сейчас посмотрим, сейчас мы с вами посмотрим, что тут произошло у нас. Короче, хардкорич, мне кажется, начинается, Санта-Барбара 999 серия. И самые напряженные моменты. Да, скоро будут самые напряженные моменты, друзья. Скорее всего, Спарта скоро будет воевать уже со всеми. Ну и, по крайней мере, будем в плохих отношениях, кроме с Эпиром. Эпир вроде бы к нам относится довольно лояльно, но не так лояльно, как бы хотелось. Каримф, союз распался. Каримф все же тоже. Бетик союз тоже. Так как он задержан, наш что-нибудь раскрыт. Заключен мир Македонии с Эпиром. Повышение ранга. Новое задание. Просьба союзника. Захватить это поселение. Элида. Слушайте, ну тут уже жесть, что получается. А у нас, у нашей столицы уже такие вот дела. Красные дела, как говорится. Каримф вроде бы нормально. Только вот мы с Эпиром Македонии, с Македонией мы не будем пока заключать никакие союзы. Афины. Только давайте сейчас разберемся с Афинами, да? А после уже займемся... Не знаю, тут уже точно. Хорошо, ладно. Мы же вроде бы здесь сделали. То есть мы нанимаем бойцов. Это прекрасно. Не забываем про спартанцев. Вот так вот будет у нас вторая полноценная армия. Наших агентов тоже стоит подтянуть. Здесь у нас Милос отправляет всех своих агентов сюда, в Аргос. Скорее всего, будет скоро вторжение. Только это когда, неизвестно. Точные даты пока мы не знаем. Так. Ну что ж, ладно, друзья, давайте за этим завершим серию наконец-то. Всем удачи, до скорой встречи.